Актриса Настасья Самбурская рассказала поклонникам о знакомстве со своим новым мужчиной. В интервью порталу LadyMail.ru звезда призналась, что встретила спутника в самолете. Самбурская заявила, что у них завязался диалог на борту, в ходе которого пара поняла, что во всех планах летит в одну сторону. Это цитата. Другие подробности актриса предпочла оставить в тайне. К слову, знаменитость тщательно скрывает отношения. На новый роман она намекнула менее 2 месяцев назад, опубликовав снимок с брутальным бородатым мужчиной. Его личность и род деятельности остаются неизвестными.